Всем привет! К нам на днях приехала краска Train. Она уже была в нашем магазине. Раньше ее производил Китай. Теперь ее делает Беларусь. Краска имеет низкое давление. Политы сейчас базовые цвета. Это порядка 20 цветов. В комплекте идет всеми любимая банана Skinny. Сегодня мы сделаем тест кэпов этой краски и дадим свой вердикт. Краска пока выпускается в объеме 400 мл. И к нам еще приехала в магазин прочистка кэпов вот этого же бренда. На обзоре сегодня будут, помимо банана Skinny, который идет в комплекте, будет еще Astra Fat Cap, Rosa Pink, Pocket Cap, он же Bolton Standard, и New York Fat. Это все классические кэпы, одни из самых, наверное, популярных, которые больше всего продаются у нас в магазине. Ну что, давайте наденем перчатки, попробуем, посмотрим, как эта краска пишет. Итак, давайте подведем итог. Краска Train произведена в Беларуси. Train хорошо работает со всеми видами кэпов. Европейский клапан позволяет делать разными кэпами разную толщину линии. Как и тонкими, так и толстыми. То есть вы можете одним кэпом, изменяя силу нажатия, добиться толстой линии и тонкой. Краска не течет. Доработали краску, и теперь она не имеет такого едкого запаха, как предыдущая китайская версия. Она пахнет, но уже не настолько активно. Краска хорошая, бюджетная. Всем рекомендуем. Советуем всем попробовать, потому что краска достойная. Тем более за свои деньги, имеет большой ряд преимуществ. Всем хорошо порисовать, кто возьмет краску. Обязательно напишите, как она вам.